Жители Первоуральска стали чаще жаловаться на собак. Животные пугают жителей микрорайонов Динос и Шайтанка. Сегодня волонтеры Общества защиты животных вместе с сотрудниками администрации отправились на отлов. Вместе с ними на улицы, с которых чаще всего поступают жалобы, отправилась Екатерина Котельникова. Этот пес несколько месяцев пугал жителей микрорайона Шайтанка. Как рассказывают местные, его подкармливает кто-то из соседей. Сегодня собака первая попалась в ловушку волонтеров Общества защиты животных. У нас соседка одна, она МЧС вызывала, потому что на нее это, целая стая напала. Выскакивает, ну, бывает тут бездомные, бросают хозяева. На поиски собак, которые пугают первоуральцев, сегодня вышли волонтеры. Горожане говорят, бездомных животных здесь мало, в основном боятся тех, за кем не присматривают хозяева. Как поясняют отловщики, большие собаки, охраняя свою территорию, могут не только облаять прохожих, но и покусать. В первую очередь свободный выгул. Это самая основная проблема. Сейчас проедем дальше, если еще кто-то будет, значит, еще кого-то поймаем. То есть одной собакой не ограничиваемся. У Олега и Анны в доме живет 3 собаки. На привязи только одна. Остальные гуляют сами по себе. Черный пес по кличке Вилли – главный дебошир. Лает на соседей и нападает на других собак. Ну ты вам кажется, видите, я подошла, он на меня залаял. Просто дома хранят. Я понимаю, так поэтому собака за дома хранят, за забор, да? Как говорят волонтеры, животные в основном агрессивны, когда начинаются собачьи свадьбы. Чтобы обезопасить соседей, собаку хозяев забирают на стерилизацию. Потом их вернут, но с условием, что животные больше не будут на свободном выгуле. Проблему отлова опасных животных накануне обсуждали в администрации Первоуральска. Председатели уличных комитетов рассказали, они постоянно оставляют заявки на отлов, но собак меньше не становится. Сотрудники приюта в ответ советуют горожанам лучше следить за своими питомцами. Улица в своих поселках... Навести порядок, хотя бы понять, кто держит собак и кто их распускает. Потому что вечная проблема с собаками на улицах – это собаки, отпущенные самими же хозяевами. По итогам совещания горожане, волонтеры и чиновники решили работать вместе. Председатели уличных комитетов точно так же могут позвонить в управление ЖКХ и также на телефон единой диспетчерской службы и также оставить заявку. То есть это делается официально. За одну поездку волонтеры могут поймать на первоуральских улицах до 7 собак. Часто это не бездомные животные, а те, за кем не следят. Всех пойманных четвероногих помещают в приют. А вот чтобы вернуть питомца, хозяевам придется доказать, что они смогут его правильно содержать. Екатерина Котельникова, Денис Храмцов, новости Первоуральск.